Россиянам все-таки разрешат выкупать красивые автомобильные номера. Минэкономразвитие подготовило соответствующий проект постановления. Планируется, что изменения вступят в силу с января следующего года. Автомобилисты смогут, оплатив повышенную госпошлину, резервировать и выкупать номера через портал госуслуг или участвовать для этого в аукционах. Это будет решать субъект федерации. Удовольствие не дешевое. Размер госпошлины может достигать 600 тысяч рублей. Половина этой суммы будет поступать в региональный бюджет. Напомню, споры о том, стоит ли продавать красивые номера, ведутся много лет. Сторонники такого подхода объясняют выгоды. Это даст деньги регионам и выведет из тени бизнес по продаже госзнаков. А противников возмущает, что это еще больше подчеркнет социальное неравенство. Красивые номера станут доступны только обеспеченным россиянам.